Я вернулась к вам в прямой эфир, чтобы рассказать о том, что происходит здесь, возле въезда на экономический форум, на пересечении проспекта Мира и улицы Нильсена. Мы сейчас, вот въезжает транспорт, это огромная колонна транспортных средств, которые везут участников форума, а за ними проходит еще один митинг, который на самом-то деле очень необыкновенный. Мы видим, как молодые люди вернули два больших плаката ярко-салатневого цвета, на котором написано «Мне 42, ой, год, я ж не лох, после отвода войск грады долетят сюда». И это все сопровождается музыкой, которую мы сейчас слышим, в рамках которой Владимир Зеленский говорит: «Мне 42, я ж не лох, я президент этой страны». Ну, давайте послушаем. Я ж не лох, я президент этой страны. Мне 42. Я ж не лох, я президент этой страны. Мне 42. Я ж не лох, я президент этой страны. Мне 42. Я ж не лох, я президент этой страны. Мне 42. То есть участники форума заезжают под вот такую вот неоднозначную музычку. Я ж не лох, я президент этой страны. Мне 42. И напомню, что с другой стороны проходит митинг азовмашевцев. Вот они продолжают митинговать. Я президент этой страны.